На ней декабристы в ссылке носки штопали. Ну, а ты точно знаешь? А я так в объявлении написал. Да, да, вам, я вас угощаю. Случилось чего? Галя с ума сошла. Лучше бы ты ему апельсины принес. Галя, фуфырик в апельсин не помещается. А если мои забьют? А если твои забьют, то ты получишь по шее. Галя, тебе надо тамадой работать. Да вообще неизвестно, на каких он там помойках шарился. На наших помойках. Я его там и встретил. Но груш-то у меня нету. Если только вот Леня. Ага, сейчас. Гироскутер называется. Вот такой бы Гале купить надо, чтобы на дачу ездила. Она любит с ветерком. Мы с Верой решили больше вместе не спать. Нет, идиот. Галчу. Коля! Я понял. По глаза и вспомни, пожалуйста, все в мельчайших подробностях. Галя в бикини. Папа, пожалуйста, вспоминай ближе к сегодняшнему моменту. Сегодня проснулся, пошел в туалет. Ну? Что? Хрень! Ну, валите во двор! Там песочница есть. Рунцова-тха! До сих пор лыка не вяжет. А ты точно ходил в МЧС устраиваться? Или Гали в продуктовый? Стой, старая корга! А ну-ка снимай сережки! Быстро снимай! Все, покупатели, что ли? Нет, Семенович. Родители на дачу уехали, вот мальчишек собрал. Костик в беду попал. Неужели опять паука увидел? Хрень 23, хрень 24. О, магазин на диване. Вы единственный, кто мне поверил. Ну, конечно, где такого дебила найдешь? Да, я жадный. Да мы вообще-то мы это из первого раза поняли. Египетская сила. Галя, неси ружье! Мама должна знать правду. Какую правду? О чем? Так, Вера твой утюг сломала. Ломай утюг. Галя, жрать! О, Господи! Будешь? А я вот что, когда уезжала, форточку забыла закрыть, а? Не надо, она досталась нам абсолютно безвозмездно. На помойке, что ли, нашли?